путешествие по таким местам. Очень вкусная вода. Вот Латвия — одно из самых экологически чистых мест Европы. Дело в том, что здесь нет практически никакого производства у нас, и поэтому таких заповедных мест у нас много. Я просто не рекламы ради, я в таком восторге от воды. Она не то чтобы очень студеная, она настолько приятно вкусная, настолько кайфовая, что класс. Не берусь так вот сказать, но, по-моему, что-то в районе 8, PH у такой воды 100% есть. Но важное место. Смотрите, где стоит пить воду. То есть, что она такая чистая, это, безусловно, хорошо, но источник происхождения должен быть вот такой. То есть, вы понимаете, здесь глубина порядка 12 метров, и она бьет именно из скалы вот этой. То есть, во всех остальных случаях не рекомендовано пить эту воду, но если она выходит из-под скалы, то есть, вы понимаете, что происхождение ее ниже, чем 12 метров, она очень хорошо. В этом случае она даже не студеная, как ни странно. Кроме шуток, мы пошли в поход, взяли с собой пустые бутылки, а не бутылки из магазина, для того, чтобы наполнить эту водичку. И когда ты путешествуешь, ты просто пьешь. То есть гуляешь здесь, понимаешь, дышишь вот этим вот благополучием, кайфуешь от всего этого и употребляешь экологически чистую воду. Круто. И немного шок-контента, ну, опять же, шок, наверное, для тебя, но я тебе хочу показать. Напомню, что мы в заповедно чистом месте. Это заповедное чистое место Латвия. Смотри сюда. Видишь вот эту прелесть? Посмотри, пожалуйста. Вот. Вот. Стебельки выкидываем. Обалденно. Это трава. Я не знаю, как у нее правильное название. Ну, зайчья капуста. В детстве мы ее называли так. То есть, на самом деле, я сейчас не насилую себя. Она нереально вкусная. Я не знаю, с чем ее сравнить. Ну, это что-то среднее между щавелем и брокколи. Ну что ж, друзья, вот такие комфортные путешествия с Владимиром Волошиным по Латвии влюбленными глазами. Ссылочка под описанием. Подписываемся. И таких маршрутов по Латвии ровно на один год. Вы можете каждый день выходить с семьей в очередной интересный маршрут и наслаждаться Латвией. А Латвия, ребята, это самая позитивная страна Евросоюза, чтобы вы понимали. Самое экологически чистое и более приятное место на Земле. Ну, очень сложно найти. Ну, если у вас оно такое есть, обязательно подписывайтесь на мой канал и дайте мне обратный адрес, где может быть более комфортное место, чем Латвия.